рисуют живых героев войны. Во второй художественной школе проходит конкурс «Ребята из Афгана». Такой подарок решили сделать ветеранам на 25-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Патриотические мероприятия к этой дате запланировали на месяц вперед. Просидеть несколько часов перед художником для этих мужчин несложно, ведь они когда-то сидели в засаде по несколько дней и спали под открытым небом. 25 лет назад советские войска вывели из Афганистана. Накануне этой даты в городе стартовал конкурс рисунка «Ребята из Афгана». Для воспитанников второй художественной школы позируют ветераны той войны. Очень удивительно, очень все фантастично. Ребята молодцы, они волшебники. Из пустого, на пустом листе создают такие шедевры. За очень короткое определенное время это, конечно, талант. Стараешься передать все-таки то, что ты рисуешь, потому что это важно. Те люди, которые воевали, это вообще необычные люди. Они увидели такое, что нам не дано, и им, наверное, очень тяжело было. В афганской войне участвовали 254 северодвинца, 9 из них погибли. Память о тех, кто не вернулся домой, бережно хранят однополчане, земляки, члены северодвинского отделения Российского союза ветеранов Афганистана. Свои воспоминания передадут и молодежи. В рамках месячника патриотизма с 21 января по 23 февраля ветераны проведут в школах, вузах и училищах уроки мужества. Первый пройдет в художественной школе номер 2. Юным художникам покажут переносные экспозиции с наградами, книгами и оружием. Афганцы – это особая группа людей, это особый менталитет воинов, особый менталитет настоящих мужчин, которые поддерживают не только своих боевых товарищей, но и семьи погибших товарищей. Участвовать в конкурсе рисунка могут и школьники. Работы на тему афганской войны можно приносить до 14 февраля в ЦКМ в отдел общественных связей. Итоги подведут на праздничном концерте в драмтеатре 14 февраля. А 15-го у памятного знака на проспекте Труда павшим бойцам возложат цветы. Марина Хохлова, Семен Самигулин, Семен Тарасов, Вестник Северодвинска.